Дайте за что-нибудь. Закрыть переборки. Закрыть переборки. Переборки закрыты. Очистить мостик. Пошло погружение. Давление стабилизировано. Включить вентиляцию. Вентиляция включена. 20 метров. Погружение до 30 метров. Погружение до 30 метров. 30 метров. Открыть главные вентиляционные шахты. Шахты открыты. Доложить о состоянии и герметичности. Все в порядке, герметичность обеспечена. Отключить тревогу. Отключить тревогу. Поздравляю с первым погружением. Нервничайте. Понравилось? Похоже, вы прирожденный подводник. Зайдите, когда опустимся до перископной глубины. Давайте поговорим о плане учения. В этой области много сигнальных боев, так что никаких происшествий не ожидается. Погода тоже на нашей стороне. У нас по плану испытания ракет, торпед и отработка тактических приемов. Наши цели — крейсера, но нужно еще избегать ППК, которые нас тут ищут. Сначала испытываем ракету «Гранит». Есть УСЭТ 80 и несколько толстушек. У некоторых торпед боевые заряды. Не успели снять из прошлого похода. Вы же сами знаете, что на учения не ходят только с учебным боекомплектом. Ну да, нам пришлось оставить часть боевых снарядов. В Ведяеве не все краны работают. Бюджет урезали. Скоро сами узнаете. А пока вы свободны. Но если выдастся случай, взгляните на сонар и на систему наведения. Хочу точно знать, что учебная торпеда в порядке. Отлично. Теперь можно наконец осмотреться на судне. Серьезного, но нужно разбираться. Без понятия. Если нет, придется использовать другую. Но ее надо будет перепрограммировать. А это время. Электрическая УСЭТ 80, чувствительна к скачкам напряжения.
Хорошо, что ты пришел. Свет вырубился. Нужно осмотреть аккумуляторы. Поможешь? Не пойму, почему врубилось аварийное освещение. Принеси фонарик. Ты свети, а я осмотрю аккумулятор. Ага, пошли. Так, подсвети ко мне. Все нормально, пошли дальше. Вот тут надо глянуть, подсвети-ка. Тоже все нормально. Тогда остается еще один вариант. Пошли. А теперь вот сюда. Я так и думал. Предохранитель накрылся. Я его заменил. Фонарик положи обратно, и ты свободен. Спасибо. Что там с учебной торпедой? В каком она состоянии? Так, плохо дело. Но нам нельзя выбиваться из графика. Я знаю, что ваша задача просто наблюдать за ходом учений, но помощь специалиста нам не помешает. Сходите в отсек 5А к Васильеву. Мичман у нас старший техник, но вы это уже, наверное, знаете. Может, вместе вы что-нибудь придумаете? Одна голова хорошо, а две лучше. Thank you.
Васильева? Я тоже. Если найдете, передайте, чтобы сразу сюда шел. Ему нельзя покидать пост. Денег нам худо-бедно хватает, но все равно, ты понимаешь. Да не говори. Сейчас все так подорожало. У нас еще как были. Опять я далеко от дома. Но зато хоть без работы не сижу. Потренироваться. У нас тут новый велотренажер, мы на нем друг с другом соревнуемся. Хочешь, попробуй побить мой рекорд? Ну, надумаешь, скажи. Thank you.
Я же говорил, что пытаюсь бросить. Вот дерьмо-то. Один выговор у меня уже есть, а второй мне не нужен. Никому не говорите, что я ходил курить, а? А что такое? Да, блин, с советских времен ничего не меняется. Ну, принесите мне сломанный модуль, и там еще запасной устаревший. Посмотрим, что получится. Идите в торпедный отсек, там найдете Ильдара, поясните ситуацию. Скажет, где взять запасной модуль. А сломанный можно просто достать из торпеды. Он все равно ни на что не будет. Он в торпедном отсеке. Худой такой, невысокий. Сразу узнаете. В торпедном отсеке где же еще? Она уже частично разобрана, но модуль все еще внутри. Мы не знали, что делать, так что просто оставим все как есть. Что-то нужно? Выходите из торпедного отсека и спуститесь на одну палубу ниже, на склад. Они должны быть на полке слева от входа. Теща болеет, а лекарства стоят ого-го.
Жена устроилась на работу, так что пока денег нам худо-бедно хватает, но все равно. Мой сегодня день. Только выскочил курнуть, как сразу понадобился Илюшин. Снова выговор. Почему мне не сказали? А я-то думал, что могу на вас положиться. Спасибо за модули. Посмотрим, что я смогу сделать. Это займет какое-то время, так что приходите позже. Задачка была не из легких. Сгорели ПЗУ, пришлось припаять новый со старого модуля. Но теперь все в порядке. Можно отнести модуль назад в торпедный отсек и установить.
еще болеет, а лекарства стоят ого-го. Жена устроилась на работу, так что пока денег нам худо-бедно хватает. Спасибо, вы очень помогли. Я обязательно отмечу это в рапорте. Скоро начнутся учения, я вас позову. А пока что можете заниматься своими делами. Хорошо бы достать пол.